Список вопросов, Юрий Мусаткин. В пустоте городов замерзают и окна, и души, и теряется смысл торжества недоступных идей. Разучились любить, не умеем общаться и слушать. И поступков не видно в толпе равнодушных людей. Что же с нами стряслось, что же с родиной милою стало, где осталось все то, чем гордились и жили всегда? Почему нам теперь даже места на кладбище мало, и давно превратились в муравейники все города? Почему в Эмиратах, где ящерицы ели в пустыне, когда мы корабли запускали в космический путь, небоскребы стоят, и о каждом простом бедуине беспокоится шейх, не пытаясь его обмануть? А у нас государство на подданных смотрит с презрением, в кабалу загоняя квартплат, платежей, ипотек, и страдать призывают, и готовится к мукам с рождения в нашей церкви святой весь короткий неправедный век. В чем спасение найдем? Где надежда на лучшую участь? Кто богатство страны поделил на Лукойл и Газпром? И когда будем жить от проблем беспросветных не мучаясь, и у каждого будет спокойствие, радость и дом? Почему нами правят пришедшие к власти прохвосты, подавляя любой и даже самый невинный протест? Почему до сих пор мы боимся лихих 90-х и решает за нас все вопросы неизбранный съезд? Почему не найти справедливости, правды, защиты? От тюрьмы и сумы нас не хочет никто уберечь. Почему у Фемиды глаза постоянно закрыты и сверкает во тьме дорогой с инкрустацией меч? Я продолжить бы мог этот список нелегких вопросов, только стрелки часов не замедлят сложения строк. Я смотрю на полет улетающих вдаль до альбатросов и на чаек в порту, вырывающих хлебокусок.